Всем приветики! Сегодня у меня распаковка вот таких замечательных адвент-календарей от Shiseido и от Douglas. Я их купила по очень хорошим скидкам, просто не могла пройти мимо. Shiseido я уже давно хотела попробовать. Я купила этот адвент-календарь за 72 франка здесь, в Швейцарии. Это, конечно, смешная цена. А Douglas я купила за 47 франков, еще дешевле. Посмотрим сначала, что мы найдем в Shiseido. Вот такой красивый адвент-календарь от Shiseido. Вот такая елочка на развороте. Там, конечно, есть подсказки, но мы туда смотреть не будем. И здесь есть такой потайной ящичек. Вот тут он вытаскивается. Сейчас я его вытащу, и мы начнем распаковку. Номер один. И в номере один у вас вот такой мусс для умывания, для всех типов кожи, особенно для чувствительной. Здесь 15 мл, и стоит это 13 франков. Номер два. Вот он. Вот такая коробочка. И здесь такой у нас крем для душа с запахом гинза, который при контакте с водой превращается в пенку. Это 50 мл. Такой размер купить нельзя. Примерно стоит 11 франков. Номер 3. Такая красивая коробочка. Здесь у нас вот такая увлажняющая ночная маска из линейки Vasu для молодой кожи. Она для всех типов кожи. И она содержит витамин С. 15 мл, примерно 9 франков стоит. Номер 4. Здесь мы находим вот такую мини-мини сыворотку от морщин для возрастной кожи. 5 мл, примерно 12 франков. Номер 5. Вот такая красивая коробочка. И здесь у нас вот такая двухфазная смывка для глаз и губ. Номер 6. Здесь прям очень красивая коробочка. И здесь у нас вот такая Full Lash Serum 2 мл. Это сыворотка для роста ресниц и бровей. Номер 7. Вот такой большой. Здесь опять из линейки Vasu. Это гель для умывания. Смывает даже водостойкий макияж. Здесь 15 мл. Номер 8. Здесь у нас крем от морщин для возрастной кожи из линейки Benefaint. 15 мл. Номер 9. Вот такая длинная коробочка. И у нас здесь тушь для ресниц. Controlled House Mascara. 11 мл, это полная версия, она стоит 29 франков. Вот такая красивая. Я ее открывать не буду, потому что у меня еще много открытых. И перевернула, простите. Вот такой у нее тон. Номер 10. Красивая коробочка опять. И что это? Вот все отсвечивает. Это лосьон для лица, типа тоника для сухой кожи. Здесь 30 мл. Номер 11. Снова у нас линейка Vasu Glow On Shot. Это 7 мл. Здесь вот такая малюсенькая штучка. Вот эта малюсенькая штучка стоит 12 франков. Номер 12. У нас снова линейка Benefaint. Это ночной крем от морщин для возрастной кожи. 15 мл. И стоит это 31 франк. Вот такая маленькая баночка. Номер 13. Такой красивой упаковочки. И что у нас? Это крем для глаз от морщин для возрастной кожи, который
вроде творит чудеса, 2 мл. Номер 14. Что-то должно быть здесь специальное. Здесь у нас шиммер гель глаз. Это гель для губ, бальзам для губ. Сейчас мы посмотрим, что это. Это такой красивый блеск для губ. Очень хорошо переливается. Вот так он выглядит. Такой сводч у него. Ну, красивый он, очень красивый. Очень мне нравится. И вот такой у него оттенок. Номер 15 опять такой праздничный. И здесь у нас антиэйдж крем для возрастной кожи, который убирает пигментные пятна, подтягивает, лифтинг делает, опять творит чудеса. Ну, 15 мл, это уже радует. Стоит такой маленький 27 франков. Следующий номер 16. Вот такой большой, красивый. Что мы тут? Вот я это знаю. Это такой антиэйдж крем для рук. Должен увлажнять. В общем, он увлажняет до 8 часов. Здесь 40 мл. Следующий номер 17. Вот он. Красивые коробочки в этом году. Мне очень нравятся. Прям такие красиво новогодние. И что у нас здесь? И здесь у нас вот такой ревитализирующий тоник, лосьон для всех типов кожи, но он очень хорошо подходит для возрастной сухой кожи. Номер 18. Здесь мы находим вот такой Vital Perfect крем. Это ночной крем для сухой возрастной кожи, для чувствительной кожи, который тоже должен творить чудеса и подтягивать, и убирать морщины, и пигментные пятна. В общем, попробуем, посмотрим. И здесь 15 мл. Стоит такой крем 29 франков за 15 мл. Номер 19 на очереди. Вот тоже красивая коробочка. Большая. Что у нас? Ну, это лосьон для тела с запахом гинза. Здесь 50 мл. Ну, в дорогу, в путешествие очень хорошо брать такие размерчики. Номер 20 я долго искала, а он, оказывается, вот здесь, под этими коробочками внизу. Вот он спрятался. И здесь у нас вот такой каял. Ну, он, наверное, да, в обычном черном цвете. Камера не фокусируется. Ну, он должен быть водостойкий. И растушевочный спонжик к нему должен быть. Да, здесь есть спонжик растушевочный, есть точилка. И сейчас мы посмотрим на цвет. Ну, вот такой вот он, хорошенький. Наверное, я его уже не сотру. Но это, в общем, полный размерчик. Номер 21. И здесь у нас роликовый парфюм Кенза. 7,4 мл. Ну, по-моему, такой размер купить нельзя, а он как в подарок идет. Ну, мне аромат нравится. Очень вкусный. Следующий номер 22. Вот он. И что у нас здесь? И здесь у нас опять линейка Васо. Это глубоко очищающая, скрабирующая маска. 30 мл здесь. Номер 23. В номере 23 мы находим вот такой крем Vital Perfect. Ну, это, наверное, крем, который действительно делает чудеса. Это, конечно, анти-эйдж. Уплотняющий, напитывающий, убирающий морщины, пигментные пятна. В общем, все. В общем, намажетесь и будете красавица без морщин. Вообще, красота. В общем, здесь 20 мл. Стоит эти 20 мл 40 франков.
И номер 24, последний, вот такой тяжеленький, прям очень тяжеленький. Ну, я подозреваю, что это как и в прошлом году. Да, это она, это ихняя знаменитая сыворотка. Здесь 15 миллилитров. Эта сыворотка очень хорошая. Но она чудеса не творит. Но она очень хорошо питает кожу. И она действительно убирает мелкие морщинки. Здесь 15 миллилитров стоит на 45 франков. Вот такие хорошие продукты мы нашли в этом адвент-календаре. Шисейто, конечно, постарались в этом году. В этом году и размерчики побольше. В прошлом году было очень много, прям вообще по 2 мл кремов. В этом году уже по 15 мл. И, конечно, очень много разнообразных кремов здесь, которые можно попробовать и решить для себя. Ну, я очень рада. Я примерно подсчитала стоимость. Ну, это примерно, не прям по граммам. У меня получилось больше, чем 400 франков. Я его купила за 72 франка. Ну, конечно, наполнение очень хорошее, это очень выгодно получилось. Я очень рада. И я перехожу ко второму календарю от Douglas. Он у нас вот такой красивый. У него здесь еще такой бантик, завязочки. И вот так он открывается. И вот такой красивый внутри. Сейчас мы начнем распаковку. И в номере один у нас вот такой Brazilian Bum Bum Cream от Sol de Janeiro. Это знаменитый крем. Это, конечно, очень маленькая версия. Здесь 25 миллилитров. Он пахнет фисташкой с карамелью. Он хорошо увлажняет кожу, подтягивает. В общем, придает такой глоу. В номере 2 мы находим Барбару Штурм, ее знаменитый глодроп. Это такая сыворотка, но это вообще мини-мини. Сколько? 2 мл, наверное. Ну, в общем, очень дорогая. Ну, вроде бы, как говорят, не очень эффективная. Номер 3. Я уже вижу, что это. Это у нас Real Techniques. Это их спонжи. Мне они не нравятся, потому что, ну, они очень быстро рвутся. В номере 4 у нас вот такие патчи под глаза от One Two Free. Это гиалуроновые Power патчи. Должны интенсивно увлажнять, напитывать зону вокруг глаз. Хорошо, он тут, по-моему, только на один раз. Номер 5. Следующий. Что мы здесь найдем? Мы здесь находим вот такой Vegan Collagen Overnight Recovery Крем от Pacific. Интенсивный крем с пептидами. Возрождает кожу, питает, увлажняет, содержит коллаген. В общем, вот такая прелесть. Здесь 20 миллилитров. В номере 6 у нас вот такой парфюм от Ariana Grande, Goddess Woman. Ну, такая миниатюрная версия, здесь 30 миллилитров. Номер 7, и у нас вот он. И мы здесь находим лак от Lia. Это такой веганский лак, содержит витамины А, С, Е, В, 5. Он очень быстро сохнет. И, кстати, я забыла вам сказать, что здесь, когда открываете окошки, здесь есть QR-код. Здесь есть описание, кому интересно, это можно отсканировать или просто почитать. А мы идем дальше и ищем номер 8. В номере 8 мы нашли вот такую маску. Это ревитализирующая маска от Dr. Hauschka для проблемной кожи, для кожи с куперозом, поврежденной кожи на солнце. В общем, она хорошо охлаждает, восстанавливает, ревитализирует. Здесь сколько здесь миллилитров? На 10 миллилитров. Ну, это так, на два раза, наверное, хватит. Ну, это очень хорошая маска. Ее можно даже на лицо и область вокруг глаз наносить.
В номере 9 у нас вот такой парфюм Abercrombie & Fitch Away, и он с пшикалкой, то есть с дозатором. Это удобно. 10 мл. Он, ну, такой на каждый день, свеженький, очень хороший. В номере 10 у нас такая тушь для ресниц от Anna Yake. Здесь 3 мл. Она, конечно, очень маленькая, но это такой пробничек. Здесь оттенок 10. Она придает объем, удлиняет. В общем, делает красивые ресницы. Следующий у нас номер 11. Вот такой большой. О, прям выбегает. Выбегает. Что у нас здесь? О, это вот такая маска. Не маска, а такой патч для межбровки. У кого там есть заломы, морщины. Вот такой вот патчик, который можно использовать 30 раз. Его нужно держать в течение часа. Он сделан из медицинского силикона и пропитан гиалуроновой кислотой. Сейчас я его открою. В общем, это вот такой вот пачек из силикона. И его нужно приклеивать на межбровку и ходить час. И можно использовать до 30 раз. В номере 12 мы находим вот такой кремик от Teology. Увлажняющий крем с голубым чаем улун, гиалуроном и пробиотиками. Увлажняет, смягчает, придает сияние и делает кожу очень мягкой. Здесь 30 мл. Я этот бренд не знаю, не пробовала. Попробую. В номере 13 вот такая сыворотка от Lancaster, которая anti-age, питает, восстанавливает, возвращает молодость кожи. В общем, творит чудеса. Здесь у нас 10 мл. Следующий у нас номер 14. Такой большой. О, я уже вижу. Это у нас крем для тела от Hugo Boss. Вот такой большой. Ну, это такой travel размер, наверное. С запахом. Что это за запах, я такой не знаю. Или мне надо попробовать. Ну, запах такой, какими-то сладкими орешками пахнет. Ну, попробуем. В номере 15 вот такой у нас Ultra Time крем от Anna Yake для возрастной кожи. Убирает морщины, подтягивает, уплотняет. В общем, вот этот крем стоит каких-то бешеных денег. Здесь 10 мл. И вот эти 10 мл выходят, что у меня почти на 50 франков. Но это что-то нереальное. Правда, должен творить чудеса. И дальше у нас номер 16. Вот оно. Мы находим здесь Aveda Botanical Repair. Это вот такой несмываемый кондиционер, который восстанавливает волосы, придает силу волосам, работает как антифриз, в общем, защищает. Хорошая штучка, мне Aveda нравится. В номере 17 у нас тут какая-то кисть от Саева. В общем, вот такая скошенная кисть, но она вроде бы как тоненькая. Не знаю, у меня от Саева еще кистей нет. Попробую. А мы идем дальше. Номер 18. Что мы здесь найдем? Такой большой. И что мы тут находим? Мы тут находим маска для губ от Star Skin. Ну, это увлажняющая с кокосовой водой для чувствительной кожи губ. Ну, такая одна масочка. Ну, отзывы на нее не очень хорошие. Я попробую. В номере 19 у нас вот такая сыворотка от Estée Lauder Advanced Night Repair 7 мл.
Идем дальше, и у нас номер 20. Вот какая-то баночка. О, я знаю, мне это очень нравится. Это Cream Clean от Pharmacy. Это бальзам для снятия макияжа. Он подходит даже для чувствительной кожи. У меня кожа чувствительная, мне он очень нравится. Его нужно наносить сухими руками на сухое лицо. Хорошо это все вмассировать, а потом смыть. Он очень хороший, очень нежный. В номере 21 мы находим доктор Сюзанны фон Шмидеберг. Элкарназон называется крем. Этот крем для сухой чувствительной кожи. Анти-эйдж со стволовыми клетками. Вот эти 15 мл стоят у нас 22 франка. Вы не поверите, что я нашла в номере 22. Гуаша. Опять гуаша. Но это хорошая гуаша от Розентал. Она из белого нефрита. Это камень. Она очень хорошо выполнена. И она у нас дорогая. Она стоит в районе 40 франков. Номер 23 у нас следующий. Что мы здесь найдем? Тут открывается. О, Джеффри Стар. Здесь мы находим Джеффри Стар, которого я не могу вытащить. Иди сюда. Не хочет ко мне выходить. Вот, наконец-то. Вот такие у нас тени от Джеффри Стар. Сейчас я их распакую. Я их свочить не буду. Это вот такие вот серебристые тени. Очень красивые. Сияют. Это будет видно далеко, как они сияют. Джеффри Стар очень хорошая косметика, мне очень нравится. И тени для век у него прям очень хорошие. Ну, его многие знают. И у нас последний номер 24. Что мы здесь найдем? И мы здесь находим миниатюрку парфюма от MTM. Вот такой рюкзачок. По-моему, в прошлом году был тоже рюкзачок, только другой. Сейчас понюхаем. Ну, пахнут очень хорошо. Я не могу описывать парфюм. Не знаю, чем. Но мне нравится. Очень хороший парфюм. Ну, вот общий обзор, что мы тут нашли. Мы нашли очень интересные продукты. Очень хорошие. И для тела, и для волос, и для лица, и для глаз, и декоративная косметика. Мне прям очень нравится. Я купила его за 47 франков. Наполнение, конечно, здесь уже намного больше. Здесь он только одна гуаша, уже там 40 франков стоит. И крем от Анна Яка стоит уже 50. И Green Clean от Pharmacy стоит в районе там 32 франка. В общем, в районе 200 франков точно здесь есть. В общем, вот такие были находки. И в календаре Шиза это были хорошие находки. И в этом календаре я очень рада. Спасибо, что были со мной. И до скорых встреч.